Итак, дети, сегодня мы познакомимся с устройством микроволновой печи, с помощью которой люди варят разные продукты. Ого. А мы здесь случайно сами не разогреемся? И об этом вы узнаете, если, конечно, будете внимательно слушать. Понял. Слушай внимательно. Слушай. Конечно, как и... Который излучает микроволн. А продукты поглощают эти микроволны. Вот этого нагреваются. Верно. А теперь внимательно все посмотрели налево.